Два убийства за одни сутки. В обоих случаях жертвы – женщины из одного села. Информация о погибших жительницах Бердянского района поступила в милицию с разницей в 10 минут. На оба места происшествия немедленно выехали правоохранители. В УВД говорят, изначально предполагали, что оба преступления – дело рук одного злоумышленника. Но эта версия не подтвердилась. Подробности случившегося далее в сюжете. Сообщение о том, что в одном из частных домов убита 52-летняя жительница села Осипенко, поступило в милицию около часа дня. Спустя почти 10 минут в бердянском городделе раздался еще один звонок от женщины, обеспокоенной, что ее 73-летняя соседка долго не выходит из своего дома. Одной из первоначальных версий рассматривалось, что эти оба преступления могли быть совершены одним лицом. Но в ходе проведения следственно-оперативных мероприятий было установлено, что по мотиву эти преступления между собой разнятся. Были установлены преступники по этим двум убийствам, и опять же практически в один и тот же день. В убийстве 52-летней женщины подозревается ранее судимый 21-летний местный житель. В УВД говорят, трагедия произошла во время распития спиртных напитков на почве внезапно возникшей ссоры. Задержанный по подозрению в убийстве 73-летней односельчанки также ранее судим. По словам правоохранителей, на преступление его толкнула жажда наживы. Я зашел, она лежит, я взял палку и ударил угол головы. Преступник проник в ее дом, в результате совершил убийство женщины и, как оказалось, добычей оказался мобильный телефон. Сейчас оба подозреваемых находятся под стражей. Им грозит до 15 лет лишения свободы. Досудебное расследование продолжается.